Дмитрий Песков ответил на вопрос про материалы Алексея Навального о российском премьере. Официальный представитель Кремля назвал несоответствующими действительности обвинения оппозиционера в отношении Дмитрия Медведева. Об этом он заявил в программе «Доброе утро, Америка» на телеканале ABC. Вот почему, скажем так, популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе и заявлениях различных активистов, не соответствуют действительности. Потому что эти активисты, конечно же, просто не могут знать ту информацию, которая есть в распоряжении специальных служб. Также Песков рассказал об общих чертах Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря, оба лидера на первое место ставят национальные интересы. Но при этом понимают, что на международной арене можно добиться результатов лишь с помощью взаимовыгодного сотрудничества. If they exchange views and if they decide that they want to reestablish a dialogue, then there will be a chance for our bilateral relations to get better. Также Песков объяснил, почему рядовые американцы с недоверием относятся к нашей стране. Согласно данным опроса, лишь 9% жителей США отзываются о России положительно. Остальным она кажется опасной и непредсказуемой, как во время холодной войны. По словам Пескова, такая ситуация в американском обществе вполне закономерна. Because quite for, well, for how many months, for more than a year, American audience have been a target for severe anti-Russian propaganda. And they were, of course, they felt victim of the of that propaganda. And that's why Russian hackers are in every fridge. По мнению Пескова, во многом именно из-за пропаганды сейчас отношения России и США переживают самый худший период в истории. И все из-за действий предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. Cold War, well, maybe even worse. Maybe even worse, taking into account actions of the present presidential administration. Worse than the Cold War? Well, of course. I've been just saying about this illegal actions against Russian property in Washington and New York, about extradicting Russian diplomats and all that stuff. Ведущий интервью Джордж Стефанополос, естественно, в очередной раз спросил у пресс-секретаря президента России, как он относится к заявлениям о вмешательстве нашей страны в выборы США. Песков напомнил недавний комментарий Владимира Путина. Российский лидер в очередной раз отверг все обвинения в каком-либо влиянии и сделал это, процитировав слова одного из президентов США. Читайте по губам. No. Видимо, чтобы американскому зрителю было понятнее.